В общем, мы опять прибыли волонтерить. Вот здесь такое местечко находится. Вот сзади меня церковь. И в церкви проводится какой-то праздник. Ну, в общем, какой-то будет фестиваль, много еды, много всяких угощений. Ну, все это, естественно, платно. Там вход платный, номинальный, $5. Вот. Будет играть музыка, и много-много народу будет веселиться. В общем, это будет, скажем так, не какое-то церковное мероприятие. Это будет более мероприятие, связанное с... просто с развлечением. Народ придет тусоваться. Ну и мы пришли сюда поволонтерить, помочь здесь все организовать, как в прошлый раз. Стас, с которым мы познакомились, который тоже из Харькова, он здесь помогает с проводкой, с электричеством, так тоже волонтерство ради. Ну и позвал, кто хочет. Нам интересно везде, и мы везде хотим. Вот пришли помочь. Камила, передай привет маме. Привет, мам. Смотрите, Камила стала электриком. Мы сейчас ставим вот эти тенты. Тут будет продаваться желато. По $3. В принципе, недорого. Вот так вот выглядит территория фестиваля. Все сейчас готовится. Вот там вот очень много столов для еды. Вот там вот тоже будет продаваться еда. И вот, все сплошные столы для еды. Небольшая на самом деле территория, а вот прямо церквушка. Вот так это дело все выглядит со второго этажа. Это свет протягивали здесь. И вот территория. Есть даже вот такое русская кухня. Нам здесь врулили вот такие вот наклеечки, и по ним нам выдадут чеков, талонов, точнее, внутренних, так сказать, и по ним мы сможем пойти поесть и выпить. Ну, нормально, как раз закончим, проголодаемся, отлично, можно будет поесть. Работаем за еду. Все как всегда. Так, ну все, уже мы закончили, фестиваль уже начался. Люди сидят, уже едят, уже пивко пьют, там уже музычка играет. Сейчас еще народу не слишком много, но будут подходить. Вот здесь вот кофе вкусный должен быть, сейчас нам нальют. И здесь, сейчас, секундочку. С кардамоном. С чем-то пахнет. Yeah. И здесь очень все вкусно выглядит. Ох, как круто все. А пахнет, пахнет как? Ах, круто пахнет, да? Вот нас уже кофе угостили. Очень вкусно он пахнет. Просто как, не знаю, с приправами, наверное, или с чем-то. Сейчас попробуем. Класс. Вот мы поэтому, короче, взяли, что это, да, кефта, это кефта? Кефта. Кефта, да. А вот это гирос. Сейчас будем пробовать. Ну, достаточно такие голодные, поэтому сейчас все будет намного вкуснее. В целом мне нравится, что вкусно. Ой, мы уже поели, отлично. Смотрите, россияне... флаг еще установили. Не видно отсюда. Кокошники понадевали. Кстати, вот эта церковь, я уже показывал, в которой проводится все это мероприятие средиземноморское. И вот, пожалуйста, на территории церкви без проблем можно водочки выпить, можно
рома выпить, можно пивка, можно вина. Пожалуйста, без всяких проблем. Какие вообще вопросы? Церковь одобряет. И на сдачу вот взяли такую пахлаву с фисташками и вот такой пальчик, фингер. Ну, непонятно с чем он. А, фингер, два пальца. Сейчас Кайма попробует. Вкусно? Как Наполеон, похоже. Фисташки же. Нам уже просто пора идти, потому что завтра нас ждет рабочий день впереди, и поэтому мы завтра уже с самого утра должны вставать и двигать на интересное для нас новое тоже мероприятие, о котором обязательно расскажу. Все, всем пока. Ну что, друзья, уже 8 часов вечера, мы сегодня отработали по полной. Сначала по одному делу ездили, потом полдня волонтерили, потом очень вкусно поели, и сейчас самое время уже двигаться домой. Все очень круто, все нам очень классно понравилось. Спасибо, да, что у нас есть машинка, нас она сейчас домой довезет. Было все супер, было все круто. Мы под огромным впечатлением, огромные эмоции. Как всегда, куча дружелюбного народу. Здесь были люди, по-моему, со всей Европы, наверное. Очень много людей. Вот назывался этот фестиваль еды Mediterranean. Да, ну, в общем, средиземноморское такое. Мы поехали домой. Вы, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, что вам интересно, спрашивайте. Все, пока.